Заплати налоги и спи спокойно. Судебные приставы провели совместный рейд с налоговиками республики по взысканию задолженности. Объектом проверки стал торговый комплекс «Ярмарка». В ходе рейда сотрудники исполнительных органов взыскали более 70 тысяч рублей и наложили арест на продукцию. У должников есть 10 дней на добровольное погашение задолженности. С начала года проведено 67 совместных проверок. Охвачено 770 налогоплательщиков должников, из них юридических лиц 109, граждан и предприниматели 661. В ходе рейда взыскано 5 132 000, проведено арестов на 878 000 рублей.